Есть существо, весь мир которого состоит из листьев размером с ладонь. Вот это насекомое, сверчок лесной, просопогрилок рис японика. Чтобы защититься от опасности леса, лесной сверчок строит себе дом из листьев. Найдя подходящий лист, сверчок начинает выделять изо рта тонкую нить. Он прилежно двигает головой влево и вправо, соединяя лист, подобно умелой швее. Наконец, на лес спускается темнота. Появляется сверчок, ведущий ночной образ жизни. Это проворное существо – настоящий хищник. Он питается мотыльками, а также насекомыми, которые превосходят его размером. Заметив добычу, сверчок бросается вперед и хватает невезучую жертву. Охота увенчалась успехом. Даже такое хищное насекомое спешит построить новый дом, забраться внутрь и спрятаться от хищников до следующей охоты.